Торжественная траурная церемония в честь 75-й годовщины начала осады Ленинграда прошла в Центральном районе. Красные гвоздики и свечи запылали у памятного знака «Блокадная полынья». Стихи о днях, которые врезались в память всех жителей Ленинграда, а также слова благодарности от потомков прозвучали над водами Фонтанки. Для уже четвертого послевоенного поколения это место такое же особенное, как и для самих блокадников. На этот раз лишь две свидетельницы блокады смогли посетить возложение. Обе были совсем маленькими, когда прогремела война. Началась война, отца забрали. В первый же год он погиб. Вот. Но у матери осталось трое детей. Из троих я одна выжила только. Я призываю молодое поколение также помнить об этой дате, также быть достойными своих предков, которые умирали за нас, и помнить о том подвиге, который совершила наша страна в эти годы. Митинги напротив дома 21 по набережной Фонтанки проходят традиционно. Во время блокады здесь находилось место, откуда горожане в буквальном смысле черпали силы, воду которой не хватало в Ленинграде. В 2001 году появился знак, посвященный спасительной полынье.